Весна с каждым днем все ближе, но иногда зима все еще пытается напомнить о себе. Об этом говорят ночные заморозки до минус 13, сильный ветер и снег. К выходным март постарается взять верх. Температура будет плюсовой, однако порывы ветра и осадки никуда не денутся. Сегодня днем было плюс 3, временами шел небольшой дождь. Ветер достигал 4 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 3. Во вторник, 12 марта, днем будет минус 1, ночью минус 9. В среду выпадет снег, днем столбики термометров покажут минус 1. Ночью опустится до минус 12. В четверг осадков не ожидается. Днем синоптики обещают минус 3, ночью 10 градусов ниже 0. В пятницу дневная температура будет держаться на отметке в минус 3 градуса, ночная – минус 10. В субботу немного потеплеет. Днем будет минус 1 градус, пройдет снег и усилится ветер. Ночью – минус 4. Закончится масленичная неделя на отметке в 1 градус тепла и небольшими осадками. То минус, то плюс. И теперь на дорогах и тротуарах гололед. Чтобы избежать болезненного падения, а лучше и вовсе падения, нужно научиться правильно ходить по льду. Передвигаясь по льду, очень важно помнить, что мы в любой момент можем потерять равновесие. Поэтому лучше всего слегка согнуть ноги в коленях, ноги также ставить пошире и передвигаться не быстро, а более такими поступательными движениями. А если мы чувствуем, что падаем вперед, то, выставив ладони и согнув их в локтях, мягко приземлиться на них, и согнув также колени. Если чувствуем, что падаем назад, постараться выпрямить руки назад и согнуть их в коленях, чтобы слегка упасть на них. И если это все-таки мы падаем в бок, что чаще всего происходит, то максимально прижать локти к корпусу, согнуть руки в локтях и падать уже на бок. При неизбежном падении на скользкой дороге нужно уметь оказывать первую помощь не только себе, но и окружающим. Первым делом зафиксируйте ногу или руку, которую травмировали в согнутом состоянии. К месту ушиба приложите холод на 5-7 минут, но только через ткань. Это может быть как снег, так и лед. Вызовите скорую или обратитесь в ближайший травмпункт. Если вы заметили скользкие тротуары или улицы, сообщите адрес участка по номеру, который видите на экране. 217-98-20 или 217-98-25. Надежда Шепенева, Сергей Кашин, Новости ТВК.